сейчас фундамент заложить, поэтому игры, как бы, это уже было второе. Ну и на игре связи, соответственно. Играть тяжело, но приходится, мы готовимся. У нас сейчас впереди важный матч. Ну, как раз матч с Фенербахче в Стамбуле. Вообще, причем вы играете Локомотив и Фенербахче, две команды, которые впервые играют матч Лиги Европы в день Лиги Чемпионов. Вообще, вот этот вот фактор как-то, может быть, давит, может быть, нет. Да нет, даже об этом не думаю. Больше будет перерыва до следующей игры, там, 9 дней, так что даже, может быть, плюс. Но к Стамбулу как-то морально настраивайтесь, потому что всегда там и болельщики такие рьяные, ну и плюс ко всему еще ситуация такая, что будут приходить и будут болеть против русских. В том году играли уже, да, играть тяжело, там болеют. Сумасшедшая поддержка. Ну, уже будем готовы, уже знаем, что это такое. Самое главное — играть свою игру, вот, и я думаю, что тогда будет все хорошо. Ну и вот последний вопрос, вообще как оценишь свою форму вот сейчас на фоне нагрузок? Ну, потихонечку тяжело, вот, ну, набираю где-то процентов на 70, я думаю, уже набрал физически.